Начало года насыщено радостными событиями и праздниками. Здесь и Рождество Христово, и Крещение Господне, и память святителя Василия Великого и преподобного Серафима Саровского. Кроме того, почти две недели шли святки, время торжественных богослужений, народных гуляний и всеобщей радости. Епископ Меликесский Чердаклинский Диодор не только совершал каждый день литургии, но и участвовал в праздничных мероприятиях. Наши коллеги расскажут подробнее. В день празднования обрезания Господня и святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, преосвященный Диодор, епископ Меликесский Чердаклинский, совершил божественную литургию в Покровском храме поселка Чердаклы. Дорогие мои, в святые дни мы должны, напротив, как христиане, вести себя, насколько возможно, насколько в наших силах, как бы чисто по-человечески, очень хорошо, совершать много добрых дел, пребывать в добром, светлом, радостном настроении, радоваться о Боге, радоваться о том, что как Бог милосердный, сколько Он нам дает с вами всякого блага. А самое главное, цените, дорогие мои, мир, который на нашей земле. В ответном слове настоятель храма протоиерей Олег Беляев поблагодарил владыку за совместную молитву. И хочется, дорогой владыка, чтобы родившийся богомладенец Иисус даровал вам многое благое лето в добром здравии, в благом расположении духа, в мире, о котором мы только что говорили. На самом деле это очень ценно в наших глазах. Очень жаль, что мы этого не ценим. В день памяти преподобного Серафима Саровского епископ Меликесский Чердаклинский Диодор совершил божественную литургию в храме в честь благоверного князя Александра Невского села Александровка Новомолыклинского района. Взирая на добрый пример преподобного Серафима, а он поистине один из особых святых, из особо близких нам всем, он, как говорится, возлюбленный ученик Божьей Матери. А Божья Матерь, она постоянно пребывает здесь, в нашем мире. Постоянно кому-то где-то чего-то помогает. Вот и преподобный Серафим, ее возлюбленный ученик среди многих ее учеников, также постоянно здесь пребывает с нами. В святочные дни Преосвященный Диодор, епископ Меликесский Чердаклинский, встретился с многодетными семьями. В воскресный день в Свято-Никольском храме города Димитровграда состоялся рождественский праздник. Для детей была проведена развлекательная программа. По песням дети отгадывали названия любимых мультфильмов, пели, танцевали, принимали участие в веселых и забавных конкурсах. В рамках праздника были объявлены победители конкурса на самый красивый и вкусный рождественский торт и кекс. На празднике Преосвященный Владыка Диодор поздравил всех с праздником Рождества Христова и подарил детям сладкие подарки. Затем состоялось чаепитие с настоятелем храма иеромонахом Проклом, где все присутствующие отведали вкусное изобилие сладостей, приготовленные на конкурс. Праздник наполнил сердца всех присутствующих необъятной радостью, весельем, добротой и, самое главное, любовью. По завершении праздника ребята все вместе запустили в небо шары с пожеланиями Богу.